Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Угабуга, Forever, Кирилл Геймер, Венера, Серега, Санек, Фрэнка, Дэн, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Всем привет. Здравствуйте. Ребята, сегодня у нас здоровенный лабиринт и аниматроники счастье FNAF Security Ruin. Если пейте, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Сегодня мы сделали очень классную штуку на этой карте. Я добавил гравитацию 6000 и сделал реалистичный урон от падения. Теперь смотрите, никто не сможет бегать по бортикам, потому что даже прыгать невозможно. И смотрите, что будет, когда я просто падаю. Я просто мгновенно умираю. Поэтому сегодня будет очень весело, и по бортикам уже никто не побегает. Да, ребята, включаем искусственный интеллект. Погнали. Да это психи, сразу звук такой пошел. Че они все за мной идут? Вы че, сговорили, что ли? Вон куча пацанов играет. Нет. Вот, давайте проверим, они смогут. Может, они попадают все? Вот эта толпа бежит. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. А на них вроде гравитация не работает. Тупо на меня все бегут. Ну ладно, я пожертвовал собой ради вас, пацаны. На мне по голове. Вот это я просто влип в землю. Так, начинается веселье. Серега уже умер. От того, что я упал. Непривычно. Блин, да я... Блин, ну это круто, мне нравится это. Это очень необычно. Вот как ты сдох. А ну Серега, ну не умирай так просто, как я. Начинается, ребята, веселье. Так, давай за мной. Ого, их уже двое. Да, чувствую, сегодня пацана будет очень сложно. О, давайте с этого момента, кто умирает, тот лох. Да. Давай, ты будешь лохом. Я не буду лохом. Блин, если я опять сейчас умру и буду лохом, это будет просто ржач. Блин, они все сзади меня, они бегут, ребята. Они бегут. Но они меня не смогут догнать, потому что этот лабиринт, знаю, как 6 своих пальцев на ногах. Опа, там читерит кто-то. Не, там не да. Читерите, вы чё? Кто читерит? Нельзя. Интересный факт. Мы вроде все здесь, кроме Сереги и Димаса. Я пытаюсь добраться, но тут мимик меня преследует. Мочи Серегу. Мы же говорили, кто умрет, тот лох. Давай, Серега. Да. Покажи, кто не лох. А я сейчас удурачу его. Он за мной уже! А! Тупик! Блин! Я не первый умер! Я не первый! Спасибо тебе, что ты меня выручил! Потекаем. Два, Серега. Да ё... Блин, а, это жесть просто. Так, надо как-то их обмануть. Вот. Блин, я пропустил немножко эту штуковину. Ну, есть смысл его сейчас обмануть. Смотрите, он бежит ко мне, а он затем бежит. Все, я сейчас прыгну здесь. Все. Дима, я в лабиринте. Я тоже в лабиринте, я бегу на вышку. Ребят, идет. Он у нас один. Он уже приближается к вам, пацаны? Прощайте. Он уже на вышке. А вы знаете, что вы с вышки не спрыгнете? Forever. О, Forever, молодец! Блин! Что вы хотели? Читерить, как всегда? Не-не-не, так не получится. Так, я заблудился, куда идти? Опа, что они здесь ходят? Ой, ой-ой-ой, они все за мной. Ребята! Нет! 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 Я поле съел. Он меня в живот засунул к себе, хорошо, хоть не в другое место. Ну ладно, и так пойдет. Так, нет, давайте, пацаны, за Серегой идите. Я у вышки уже. Ой-ой-ой. Уже у вышки? Да. Ой. Так. Ну, Серега, ну не падай, пожалуйста. Я не упал, это Бонни меня убил. А, да? Дверцы вылез, ой, ё-моё. А я опять в тупик забежал, я перехвалил свои навыки. Ребята, а я еще буду ставить аниматроников. Сейчас я добегу до вышки и еще поставлю триллион миллионов штук. Ребята, еще не вылетят? Не, у тебя нет. У меня может. Я приближаюсь к вышке, я все ближе и ближе. И бегу. Ага. Я слышу, как они сзади все там топают. Все, я дурачил этого вонючего мимика. А ты где, Серега, сейчас? Я, по сути, в самом начале сейчас. Я бегу к вышке. Давай, Серега, я тебя там жду. Я на вышке уже. А какой смысл подниматься на вышку, если вы все равно туда не спрыгнете? Лучше это самоубийца, чем от аниматроника сдохнуть. Ну да, а мы в конце ролика почитаем убийство. У кого будет больше всех убийств, тот будет проигравшим. Я проиграл, Тим, как всегда. Нет, я не буду проигравшим. Я тут в тупик зашел. По привычке хочу нажать пробел, попрыгать. Не получается. Я слышу, как они ходят. Ну что, пацаны, я к вам бегу. Я тут... Составьте мне, пожалуйста, компанию. Я тут с Бонькой и это... Дима, Дима, привет. Ой, он тут-то.
Да, мы на вышке. Санёчек, как это ты еще не проиграл здесь? Что, мастер? Бумбастер своего дела. Видишь, прописал команду, как они хорошо, да, ориентируются здесь? Не тупят. Мочи, мочи его. Да не меня! Не меня! Ну нет! Да ну в последний момент переключился. Гусаняк, так нечестно, ты должен проиграть. Нет. Должен. Так, я сейчас зайду в лабиринт. Я оставлю еще, пацаны. Этого мало. Надо аккуратно ходить. Все, они за мной. Ой, уходим. Блин, я в тупик зашел. Да что я такой умный? Вот скажите мне. Нет, пожалуйста, нет. На мне вот это леща дал. Я так переколбасило сильно. Так, а как я теперь спущусь? Да ё-моё. Ну, Серега, о, давай вместе будем идти. Давай идем быстрее. А где они? Я не знаю, они в лабиринте. Серега, пошли. Давай, ты первый, Дима. А ну я боюсь. Серега, а нет, ты живой. Я жив. А если он тот встал, он меня убьет? Может, не дойдет? Да я уже прыгну и убьюсь. Нет, не хочу умирать. Нет. Короче, тут небольшая пробка. Все, пока все рассосались. Ой. Ай-яй-яй, перелом всего тела. А под водой, интересно, работает? Да-да-да, убивает везде. А, когда большая гравитация, кстати, этого не... Да ё-моё, не успел спуститься. Вот это, ребята, сложная у нас сегодня серия. Потому что с гравитацией шутки плохи. Да ну ё-моё, с ноги сначала, потом рукой бьет. Это не гравитация Земли, это гравитация Юпитера. Кстати, в воде не чувствуется гравитация, как обычно, да? Да. Ну, почти, что-то, нет, все-таки тянет немного. Ой. Вот, я сейчас проверю. Ага, я не могу выпрыгнуть, обычно можно выпрыгнуть. Ёртка Геймер самый живучий пока что. Ага, как-то притягивает реально вниз. Он везет просто. Так, Серега, я сзади тебя. Кстати. Все, давай, наша цель сейчас дойти до вышки. Пошли. Я доходил, но наверху, блин, там это... Да, меня тоже убили. Ой, так, я этого надо челика как-то обману, сейчас я его обману. Все, давай, Серега, побежали, он не за нами. Давай, давай. Ну, Серега, ну, Серега! Ну, ё-моё! Ты где сейчас? Я тут. Все, я иду за тобой. Нет, это не я. Это я понял, что это не ты, я знаю твой скин. Скажи, сколько? Так, сниму сюда. Вопрос. Скорей, скорей. Сними бронежилет, он слишком толстый. Нет, не сюда. Ладно, сюда. Все, я тикаю. Так, пацаны, я за вами. Не ой, мы сейчас все на вышке встретимся. А чё, Гусанёк, их там много? Ну, нет, один, но я его тут, это, забагал. Он туда-сюда ходит. Быстрее. Пацаны, я слышу, как они прям по лабиринту топают все. Да, там и Фредька, и Мимик. Представьте, пацаны, это они еще медленные, если бы они быстрые были бы. Это вообще жесть. Да реально была бы жесть. Может, так, пацаны, вы идете? Идем, все вместе. Да, идем. Давай. Я бегу к вышке. Я тоже, ты Серега, мы сейчас там с тобой встретимся. Вы, пацаны, не туда побежали. Не, сюда, правильно. Да? А я сюда побегу. Саша, быстрее топает. Будет. А нет, там мимик. Серега! Мимик, я за тобой, пошли. Да ну иди. Да ну не стой, не стой, Кирилл Геймер! Да ну не стой, я сейчас тебя буду бить панкировкой! Понабирают, блин! Все, иди, уходи, Серега, давай сюда. Это о, умер кто-то. Да не надо, не иди! А, Серега, где он? Да ловушка. А! Ну ё-моё, ну Серега! Ну Сережка, ну ты не виноват! Блин, это жесть! А он на вышку пошел? Где он? Да, так, все, я ускоряюсь. Все, я на вышке. Я. Ай! За мной мимик. Пройдите. Боже мой. Отойдите. Так, пусть они пройдутся, я потом возражусь. Все, можно теперь выходить. Нет, все нормально, все плохо. Прощайте. Это ловушка. Блин, сложно, да, пацаны, в этой серии выживать? Не так, как обычно. Попрыгали по бортикам все. Давай еще услужим. А что ты хочешь? Еще больше NPC. А, еще поставить больше? Хорошо, Серега, я с тобой давай согласен. Давай Монти хоть медленный, но зато он тихий очень, по идее. Ну, давай Монти поставим. Давайте мне пока. А он его, Серега, слышно, кстати. Что это за пауки? Ребята, смотрите, что творится!
Дима, классно! А, со спины. На меня. Надо бежать. Паучары просто. Ё-моё, они шустрые, Дима. Дима, давай, бегу. Да как пройти эту карту? Как до вышки дойти? Я слышу, там бегает. Так, сейчас я немножко их оттяну на себя, а потом резко в лабиринт иду. Фрэнка, ты видишь это, да? Я бегу куда Мансуй. Так, иду. Прыгни на вышке. А я вижу, пацаны, вы на вышке там тусуетесь. Я иду к вам. Я надеюсь, у меня получится. Это я на вышке просто один. Под вышкой никого нету? Под вышкой никого? Не-не-не, забегай. Я веду, я миллионы веду. Вот это жесть, они там все шелестят, тарахтят. Дима, я внутри вышки. Да? А тут Гусянёк танцует, Фрэнка танцует. Ну, пацаны, ну помогите мне. Серёга, смотри наверх. Я вижу там кто. Боже, как это стрёмно. Миньончик убегает. Помогите. Я тебе помогу. Есть на первой вышке кто-то? Блин, ребята, очень напряженный момент, потому что... Непонятно, где они шелестят, они везде бегают здесь, по всей лабиринте. Они не агрятся на меня. Ой, загрятся. Опа. Самое обидное будет, что я сейчас приду к вышке, и меня убьют прям там, на входе. Я буду орать очень сильно. Я испугался. Бога пришел. Пацаны, ждите меня. Серега, есть инфа, где они идут, чтобы я на них не попал? А я не могу тебе сказать, на вышке мимик и боль. А, они бегают там. Они сейчас все к вышке идут. Все, ГГ, они спускаются. Серьезно? Давай. Их можно обмануть. А! Все, пацаны, я возле вышки, отлично. Парни, пауки идут. Ой, Монти бежит. Ой, бежит, я слышу его. Это мимик бежит. Да ё-моё. Ну, Сережечка. Просто мне в землю. Я оторвался. Ай-яй. Тихо, мужик, успокойся. Пацаны, я на вышке, неужели я за всю серию второй раз набежал? Первый раз? Второй, давай танцевать. Давай, наяривай. Победный. А их можно как-то обмануть, чтобы они с вышки упали? Ну, давай. Попробуешь? Ну, я думаю, у тебя получится лучше. Да чего ты? Чего делаешь? Нормально. А ну, и ребят, я к вам. Давай. О, давай, Бога, молодец. Пацаны, он к вам идет. Это хорошо, что он к вам идет. Нет, он к нам идет. Ну ты уже определись. Пусть вас кушает. Не надо. Ага. Ай-яй-яй. Не стой, Гусанёк, ну не стой! Ну ты специально мне делаешь, чтобы у меня все сжималось. Там Бонни бежит. Ой, их уже двое. Ой, ребята, все будет весело. На с ноги! Гусанёк, ну ты хорошо держался. Меня два раза убили. Дима, до последнего. Я на вышке тут выживаю. А мы никак не выйдем, чтобы Фредди стоит с Бонни. Я упал! Как это больно ногам, а все дергается тело. Дима, я возле вышки. Хорош. Вот это там трэш в начале лабиринта, что происходит. А все, мы не войдем никак. Войдем, пацаны, надо просто вот сюда. Давайте все к стене подойдете. Где? Вот да, и они когда все сюда подойдут, мы резко побежим в лабиринт все. Так нет, там двое застряли. Сзади меня мимик обосранный подкрался. Все, пацаны, побежали, быстрей. Ой, лагает. Лагает. Что лагает игра? Айс. Как это произошло? Так, надо немножко удалить, подлагивает меня. Все. В канале. Это трэш. Они, наверное, друг друга застреют, я так понимаю. Да, есть такое, кажется. Там два Монти застряли. Пошли на меня, давай. Все, пацаны, давайте, открываем охоту на них, мочим. О, да, я думаю, что уже можно их помочить. Оторвемся, так как они нас мочили всю серию, теперь мы их будем мочить. Ой. Сейчас я заряжу, сейчас. Какой Монти? Ах ты, блин! Я буду гранатку кидать. Да откуда ты, чилипизрик, взялся? Тут призрак Монти летает. Ё-моё! На спауне стоят. Все, я разозлился. Где мое фирменное оружие? Air 2 шары. Air 2 шары сразу уничтожает, пацаны. Ой. Все, я в лабиринт иду.
все, немного, все. Немного, немного... Да, полегче сегодня. Стало. Вот все, они, дружаньки, стоять. А, беги! Беги! Есть, я спас тебе жизнь. Видя, он его схватил, но не успел убить. Так, больше всех раз умер у нас... Димас, ты... Я нет. Та... Ты да. Там меня убивали да. другие игроки, я не мог так много раз умереть. Да, конечно, конечно, ай. Ладно, Димас. Меньше всех раз умер у нас... Риугеймер. Он ни разу не умер, он читер. А, я помню, он каждую серию улетает за карту, пацаны, мы уже знаем. У меня демка есть, у меня демка есть. Короче, победил у нас в этой серии Серега. Нет, я победил, у меня кроме Кирилла меньше всех. У меня демка есть, как я. Короче, Кирилл Геймер победитель, а последнее место занял я. Спасибо тебе, я чуть не всрался. Если понравилась эта серия и подняла вам настроение, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Это было мощно. Всем пока.